Всем доброе время суток. Сегодня я покажу, как можно сжать, то есть жесткий диск, разбить его на 2, 3 и более дисков. Для этого нам нужно открыть правой кнопочкой этот компьютер. Выбираем управление. Дальше мы ищем управление дисками, последнее. Открываем. И вот видим, у меня уже появился помимо диска С, жесткого диска, новый диск Е. Я уже разбил на 2 диска. Ну, я покажу, как я разбивал диски. Для чего вообще нужно разбивать диски? Дело в том, что нельзя хранить информацию на диске С, потому что если будет проблема с Windows, то есть Windows полетит, и все наши программы, все файлы, которые будут на этом диске, они уничтожатся. Поэтому хранить нужно программы, файлы, пароли, документы на отдельном диске. Под Windows выделяются только основные компоненты Windows. И больше ничего не нужно загружать. Тут уже есть у меня диск F0, мы его не трогаем. Как разбивается диск? Покажу на примере диска E. В принципе, он также разбивается. Значит, правой кнопки мыши нажимаю на кнопочку и выбираем пункт «Сжать том». И у нас появился общий размер тома 149 гигабайт. Доступно для сжатия 146 размер сжимаемого пространства. В размере сжимаемого пространства мы вписываем, какой диск мы хотим создать и какого объема. Например, я хочу создать диск P объемом 25 тысяч мегабайт, то есть 25 гигабайт. И общий размер по сжатия диска E 124 гигабайт. Дальше нажимаем сжать. И вот у нас появился новый том. Но тут еще черная такая полоса. И написано, что этот диск не распределен. Нажимаем правой мышкой. Создать простой том. Откроется мастер создания простого тома. Нажимаем далее. Пишет максимальный размер 25 гигабайт. Далее. Назначить букву диска. Я хочу назначить букву диска. Буква диска P. Дальше. Далее идем. Дать название нашему тому. Какой мы хотим. Пусть это будет название этого тома. Важное файл. Потом нажимаем далее. И вот у нас уже пишет, что завершение мастера создания простого тома. Нажимаем. Для закрытия мастера жмите кнопку «Готово». И вот у нас уже готов новый том. Он имеет объем 24,41 гигабайт. Новый том 122 гигабайта. И жесткий диск 91 гигабайт. И для того, чтобы проверить, что у нас получилось, открываем мой компьютер. И вот видите, тут появился у нас третий том. Размером 24 гигабайта. Он пустой. На этом все. Если видео понравилось, ставим лайки, подписываться на канал. Всего доброго. До новых встреч.